это я попал. Привет, друзья, закончил рыбалку. Смотрите, вот там я на днях спускался, а теперь вода здесь. Уровень сильно поднимается. Вчера вечером сильнейшая гроза, такой ливень, ветер, там деревья на дороге валялись. Ну, в общем, поехал на рыбалку. Проснулся рано, часа два проплавал, ни одной поклевки говавля. Потом там буквально 3-4 маленьких говавлика, потом чуть побольше, потом жерех, потом... В общем, смотрите сами, обещаю, поклевки будут жесткие, рыбы будут крупные. Скажу только, что ловил на волкера цуриное. Ссылка под видео. Второй волкер разловил крупной щукой. Тоже покупал на Алиэкспресс. Ловил я киншасой своей. Ну, честно, друзья, 6,5 грамм удилище. Столько крупной рыбы, ну, никогда я не ловил. В общем, смотрите сами. Ну, я с вами прощаюсь. Обязательно напишите комментарий. Палец вверх. Всем пока. Первый. Нужен жерешок. Это китайский волкер. Друзья, так и думал, здесь, на этом месте, попробовать. Первая рыбка. Иди, мальчик. Все. Не хотят оловлики. Вы на них посмотрите. Ой, я же сказал, плывет. Я же говорю, тут жерешков полно. Только проговорил. Корсарчик. Хороший. Хороший. Вот такой. А я вижу плывут два. Такой, друзья, красавчик. И опять на волкера цуриное. Ох, классный. Еще два едут. Сколько жереху принес. Огонь. Тот еще разловить второй. Ну, красота. Сейчас фотку отпущу. Догнал. Или это оно? Это оно. Ух ты. Ух ты, друзья. Хорошая. Китайский. Опа. Ушла.
Давай-ка заходи. Давай-ка. Вы видели, промахнулась кожа одна. Наконец-то. Не, вы, друзья, вы видели, она прыгнула, промахнулась. Я уже успел расстроиться, она еще раз хватила. Сейчас покажу, на что наклюну. Вот такая, друзья. На вот такой волкер. Маден. Давай. Сегодня первый раз буду домой рыбу повезу. В общем, друзья, клюнула она вот на вот этот волкер. Покупал тоже он Алиэкспресс. Такой очень шумный. Высоко выпрыгивает. Была сегодня поклевка жереха. К сожалению, мимо. Вот смотрите, тройнички все на месте. Отличная щука двушкой. Как чувствовал. Там флюр повесил, а тут струну тонкую. Я сначала киншасой вел его, а потом перевесил сюда. Думаю, там поменьше волкерок, тут побольше. Ну и там был флюр 0,4, она срезала прям 2 секунды. Что-то, друзья, затягивает. Опять. Ага. Вот. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И вот она. Поставил поменьше крынка. Здравствуй. Это хоть на говля похож. Такой. Смотрите. Царство ласточек береговушек. Баку, когда воды мало было. Вот. Хоть одного. Хоть одного. Щучку, что ли? А, это головля хорошая. Опа. Кто-то его дербанул. Так. Ну, он, друзья, такой. Суёки свинка, сэр. Вот это головля. Не, жерех. Жерех. Ну, я же сказал, надо что-то менять. Что-то менять. Ну и вот.
буду. Хорош на тебя, монета. Ты сейчас доводишься. Вот он. Третий. Красота. Блин, прям подводкой ударил. Я аж офигел. Друзья, прям подводкой. Вот, друзья, ну это за двушку. Ну, два и чуть-чуть. Вот такой третий. Вот он, друзья, убийца жереха. Если вы еще думаете, брать или не брать, я думаю, надо брать. Ссылка под видео. Это просто чумовой волкер. Вот у меня один, и еще два едут. Легко анимируется, но вот киншасы вообще классно. Сегодня на флюре ловлю. Рискую, но оговавлю вообще не хочет. Вот решил облегчить снасть. Но чума. Нет, говавлей, зато три жереха за утро на волкер. И щука на второй волкер. И что-то гремит, меня напрягает все время. Ну, друзья, столько раз ударить. Столько раз ударить мимо. И вот он. Очередной коник. Четвертый. Видели? Раз хлюпнул, два хлюпнул, три. Я уже подумал, окунь какой-то. Фух. Вот это да. Рыбалка мечты. Стандарт, друзья. Сейчас буду фоткать. Четвертый, все на вот этот суриноевский волкер. Ну вот, может быть, перед грозой он такой активный. Ну ладно, выключаюсь. Видите, он съел. Ай-ай. Ай, у меня там флюр. Это щука. Взял аккуратно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Испугал. А тут же, гляньте, флюр тоненький. И волкер мой любимый.